Река из берегов вышла. Заборы снесены, сколько убытков. Капец, все затопило. Возле берега очень опасно стоять, может быть обвал. Идем спасать собаку. Холодная, капец. Иди сюда. О, боже, тут замок второй, как его открыть? Смотрите, сколько воды. Там размыло дорогу. Машины разворачиваются, не могут проехать. Наверное, будет самый мокрый выпуск из всех моих выпусков. Макс, ты видел, как там затопило все? Ага, капец. Ой-ой-ой. И вон у собаки. Ой-ой-ой. Она, видишь? Может, ее как-то открыть? А зачем? Блин, слушай, сейчас надо что делать. Капец. Потоп пошел, потоп. Река из берегов вышла. Такого я еще не делал, друзья. Идем спасать собаку. Привет, привет. Иди сюда. Иди сюда. Боже, тут замок второй. Как его открыть? Но под водой. Холодная, капец. Так, ну, открывайся. Иди ко мне. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Смотрите, сколько воды. Сейчас, сейчас, сейчас пойдем. Пошли, пошли, пошли. Не бойся, не бойся. Спасли собаку. Потому что тут уже больше, чем по колено воды. Она все трясется. Давай ее помоем и чем-то этот вытрем. Такого мы еще не видели. Иди ее в ванну. Пошли в ванну. Света нет, выбилась. Катя понесла его в беседку, чтобы немного согрелся. Воды нет, света нет. Что делать дальше, не знаю. Вон водичка полностью. Все затопило. Сейчас схожу туда, покажу вам. И вон, вон, Максим, смотри. Ого! Ого! Так эта лужа такая большая стала! Так я по ней ходил! Что будем делать теперь? Не знаю. Что делать в таких ситуациях? Надо вспоминать руководство по выживанию. Сосед рассказывал. Сегодня ночью часть горы сошла вниз. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Речка с берегов вышла. Уровень воды поднялся на пару-тройку метров, это точно. Вот то место, где я мог спокойно зайти в воду. Сейчас сбоку тут появится это видео, где я входил обычно. Вот, сейчас полностью все покрыто водой. Я на дрончике поднялся, сейчас вам покажу кадр сдалека. Близко я боялся подлетать. Сошла глыба земляная вместе с деревьями. Капец, просто деревья валят. Речка переполнена водой. Вон, смотрите, смотрите, сейчас дома какого-то несет. Видите? Капец. Или беседка, что это? Накрыла нас полностью. Стихия. Говорят, в центре села вообще все посносило. Это просто жесть. Макс за мной с окна наблюдает. Интересно. Тут плаваем тоже на выезде. Машина не проедет, маленькая легковая. А вот там все, там уже все затопило. Вон там. Все, сейчас бы собаку уже затопило.
Сейчас набираем последнюю оставшуюся воду с крана. Генератор больше не качает воду, вот набираем водичку. Человек спокойно, неспешно прогуливается, уже не спеша. Все равно кроссовки все мокрые уже полностью. А не спеша идет, а чилит. Так, прошло 2 часа. До сих пор льет. Сейчас пойдем посмотрим, что там с собакой. Как дела? Все хорошо? Сиди ты. Сиди ты. Привет, привет. Привет, привет. Привет. Спас тебя, да? Спас. Привет. Дай тебя. Я тебя укутаю. Все мокрое, все сюда затекает. Все плавает, все наверху. Боремся с последствиями. Что там? Капец, все затопил. Ждем, пока нам свет теперь включат. Конечно, понятно, что выключали. Чтобы не было замыканий. Ребят, не переключайтесь. Дальше будет интересно. По предварительным данным, я ремчу и подъезд к Буковели полностью затопило. Вот, друзья, видите, все затопило. Это, наверное, будет самый мокрый выпуск из всех моих выпусков. Ужас, ужас. Поломанные деревья. Обломки заборов. Просто нереальный поток воды. Это с учетом того, что это маленькая речечка. Это даже не пруд, это пруток. Пруд идет дальше, там, где я ремча. Возле берега очень опасно стоять, может быть обвал. Стоит очень много машин. Там размыло дорогу. Все ждут, стоят. Машины разворачиваются, не могут проехать. Вот двор полностью затоплен. Полностью все в воде. Вот все машины стоят, не знают, что делать. Каждый подходит друг у друга, спрашивает, а что, куда, как. Очередной двор. Как видите, полностью поглощен стихией. Я не представляю, какие убытки. Наверное, дома с этим учетом и строят. Видите, до двери не доходит. Смотрите, курицы залезли на обломки. Сидят, сушат перья. Ребят, если я хоть немного передал атмосферу увиденного, не пожалейте лайка под этим видео. Заборы снесены, дома снесены. Сколько убытков, не посчитать. Горы течет, горная река, переполненная дождевыми водами. Вот такие вот последствия. Труба. Спецтехнику подвезли, сейчас будут расчищать. Вот уже часть убрали. Рекламы, части домов. Ужас какой. Лавка лежит. Песочница, да? И вот лавка, да. Вот, видите, экскаватор расчистил. И теперь с этих дворов вода может вытечь в реку. Вот она полностью стекает. Стоки переполнены водой. Просто переполнены. Этот мост соединяет северно-западную часть села с центром. Очень опасно. Мост может не выдержать, конечно. По опорам вот бьет вода, нереально.
На мост нападало кучу дерева. Сколько бревен. Этот мост также единственный проезд. Ребята быстро расчищают его от обломка. Сейчас зайдем в магазин. Как видите, глобальной паники нет. Но хлеб весь раскупили. Вода, кстати, есть. Иду с магазина. Света нет. Они записывают и взвешиваются по старинке. Под Яремчей свалились огромные камни на дорогу. Проезд закрыт. Сейчас направлена вся техника в этот регион. Вот эта дорога соединяет Яремчу и Буковель, а также Микулучино, где мы сейчас живем, и Татара. Встретил мужчину. Он проезжал возле Ворохты. Там тоже дорогу сносит. Це може бути 2 години, 5, 10, тобто це, ну, ніхто не знає, скільки це займе часу. Та добре, що хоча б роблять там так, як в Ворохті. Ми в Ворохті стояли, ніхто нічого не робив. А потім я в Ворохті їхав десь спочатку. А, ну, це, тільки як ста. Я потім поїхав до хати, 3 години пробув вдома. Ну, ми вернулися, поїли, і потім побачили, що вже грейдер туди відправили. Ну, і вони так буквально 5 хвилин розсунули, всі поїхали, що не було ніякої трагедії. Ні, ну там кажуть не такі. Ні, ну та я бачив фотографії. Ну, признаются, что такого тут не было ни разу. Выпустили поле погулять уже. Поль, смотри, что тут натворила природа. Поль в шоке, думает, что тут творится вообще, ребят. Короче, сегодня утром проснулись, сказали, озеро прорвало на горе. И сейчас вода вся идет сюда. Сказали эвакуироваться, сейчас куда-то едем. Быстро собираем все вещи.